Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! В эфире музыкально-поздравительная программа «Полифония». В студии для вас, как всегда, работает Марат Тимохин. И, как всегда, желаю всем хорошего настроения и позитива. Мы начинаем! Ну что, начинаем зачитывать ваши письма. Первое письмо, которое я держу в руках, пришло к нам из города Саратов. Обожаю Саратов, обожаю улицу Кирова, которая там у них пешеходный Арбат такой своеобразный, но очень красивый город. Итак, здравствуйте, уважаемый Марат Юрьевич, здравствуйте и вам, дорогие друзья. Благодарим вас как ведущего и всю музыкальную редакцию нашей любимой передачи «Полифония». С вашей помощью можно поздравить из любой точки нашей большой страны и не только своих родных и близких со всеми праздниками. В свою очередь мы хотим поздравить нашего мужа, папу и дедушку Султали с прошедшим юбилеем, 55-летием. Вот как я даже смог сказать. 55 лет исполнилось Султали. Поздравления, поздравления, друзья!
Так вот, желаем ему от всей души крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов, трудей и всех благ. Отдельное поздравление нашему дорогому брату и дяде Славику, который живет в Дербенте. 14 июля у него тоже был юбилей, тоже 55 лет. Здоровья, мира, добра, исполнения всех желаний. Ну и, конечно, поздравляем всех наших друзей и родственников именинников июня и июля. Дальше идет музыкальная заявка. Это нам письмо из Саратова от Султалиевых. Кстати, вот я не сказал, от кого письмо. Ну и, конечно же, подпись. Шахнабад, Полина, Вагиф, Джариат и Лаурита, Физулах и Мальвина. Вот такое у нас сегодня первое письмо. Отправляется оно и в Дербент, и в Саратов. Видите, какая география. Поздравляем Султали, поздравляем Славика с замечательными праздниками, с 55-летием у каждого. А музыкальный подарок, как всегда, прилагается.
По привычке, по обычаю, напоминаю вам адрес. Тот самый адрес, на который вы должны отправлять свои письма, содержащие поздравления, музыкальные приветы и просто музыкальные заявки. Итак, записывайте. 367-032, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала. Улица имени Магомеда Гаджиева, 188, РГВК Дагестан, музыкальная редакция, программа «Полифония». Пишите свои письма, поздравляйте своих друзей, родных, близких, передавайте им музыкальные приветы и будьте уверены, все ваши письма обязательно попадут мне в руки, а я уж постараюсь их прочитать как можно лучше. Скажи, скажи, я ухожу.
Следующее письмо, дорогие друзья, пришло к нам из Краснодарского края, город Апшеронск. Это наши постоянные телезрители. Однажды нас свела вот так судьба на программе «Полифония», и уже много-много писем мы от них получили. Здравствуйте, уважаемый Марат и вся съемочная группа. Группа, это вам тут привет передают. Они тоже помахали в ответ, спасибо. У осетин говорят: у кого хорошая жена, тому незачем ходить на праздник. У него каждый день в доме праздник. Желаем, чтобы у вас в доме был каждый день праздник. Здоровья, счастья, благополучия вам на долгие годы. Спасибо вам за добрые слова, друзья. Все пишут поздравительные письма, в том числе и мы. Но один раз в год мы просим в память о нашем рано ушедшем друге Сагиде Мудуеве песню. В течение многих лет вы, Марат, исполняете нашу просьбу, несмотря на то, что она необычная для передачи. Может, из уважения к нашему возрасту, и мы вам очень благодарны. Огромное вам спасибо. Не за что, друзья, ведь наша передача посвящена именно вот таким замечательным письмам, именно таким замечательным людям. Так вот, 18 июля, день памяти нашего Сагида. В этот день мы все собираемся за столом, поминаем по нашему обычаю нашего Сагида, вспоминаем годы службы, нашу дружбу и похождения. Мы просим прощения у тех, кто считает, что пишем не по адресу, и сами это знаем, но пишем. Пишите дальше, и те, кто обижаются, ничего страшного. Марат, пожалуйста, пусть прозвучит песня... Так, а я вот не знаю, есть у нас эта песня или нет. Надеюсь, что она у нас есть. Как минимум должна быть в архиве. Сейчас наш выпускающий режиссер обязательно посмотрит. Так, есть такое. В память о нашем Сагиде. Ну и, конечно же, спасибо заранее. И песня, и подпись. Асхарбек, Мира, Егор и Асланбек. На самом деле, история, кто, может быть, давно смотрит программу «Полифония», достаточно такая была в свое время затяжная, но я очень рад, что нас судьба свела с этими людьми. Может быть, однажды они приедут в Махачкалу, познакомимся лично. Может быть, я буду в Апшеронске и тоже смогу им помахать рукой. Ну, а сейчас, дорогие друзья, в память о друге, о Сагиде Мудуеве. Музыкальная композиция. Oh,
Достаточно легко найти нас в интернете. Достаточно для этого зайти на сайт rgvktv.ru. Заходите, не стесняйтесь, там есть все. Во-первых, там есть наша телепрограмма. Вы сможете узнать, когда и какая программа выйдет в эфир. Во-вторых, там есть самое главное, архив программы «Полифония». Если кто-то пропустил нужный выпуск, всегда можно вернуться, посмотреть его целиком и найти свое собственное поздравление. И, конечно же, там, на сайте rgvktv.ru, есть онлайн-вещание. Онлайн-вещание нашего любимого радио «Страна гор» и, конечно, же РГВК Дагестан. Ну и, как всегда, самые основные новости из жизни республики, из жизни страны и мировые новости. Так что заходите rgvktv.ru. Yaşamımı ettin talaysız, ayağımsa sen beni. Su yemende suydurdun beni, suyu otta uydurdun beni. Yaşamımı ettin talaysız, ayağımsa sen beni. Ayağım azizim beni. Yüreğimi gösteriyor güller seni. Kaygılı kara kuş imi kuşu İzle kavgaman seni Ayağım azizim beni Yüreğimi gözle yarı güler seni Kaygılı kara kuş imi kuşu İzle kavgaman seni Esimle bak yıldızlı gece Aydın ağa sen neçe neçe Süysem seni mende bu gece Süyer mende bol günçe Esinle bak yıldızlı gece Aydın ağa sen neçe neçe Süysem seni mende bu gece Süyer mende bol günçe Ayağım azizim beni Yar güller seni Kaygılı kara kuş imi kuşu İzle kavgaman seni Ayağım azizim beni Yüreğimi gözle yar güller seni Kaygılı kara kuş imi kuşu İzle kavgaman seni
yavrum azizim benim. Yüreği mi gösteriyor güller seni? Kaygılı kara kuş mi kuşum? İzle kavgaman senin. Ay yavrum azizim benim. İzle kavgaman senin. Su yemedim, suydurdun beni. Suyu otta, uydurdun beni. Yaşamımı ettin talaysız, ayavum sen sevmeni. Yaşamımı ettin talaysız, nasipli bu sen halin. Далее у нас на связи Ставропольский край, Георгиевский район, поселок Новоульяновск. Тоже, конечно же, наши постоянные телезрители. Письмо прислала нам Тамам Раджабу. Ассаламу алейкум, Марат Тимохин. Ва алейкум ассалам, друзья. Пишу в очередной раз письмо с просьбой поздравить с днем рождения дочку. Я, Раджабова Тамам, хочу поздравить свою дочку, Раджабову Джамилю Алиевну. 15 июля ей исполнилось 46 лет. Прими от мамы поздравления. Доченька, милая, любимая, с днем рождения тебя. Мы тебя очень любим, дорогая. Желаем крепкого здоровья, счастья и радости, благополучия от всей семьи Раджабовых. Конечно же, музыкальный подарок – это само собой разумеющееся в нашей передаче. Ну и отдельное спасибо за то, что мы работаем и за то, что есть такая передача. Вам, друзья, спасибо. Именно благодаря вашим письмам наша программа и существует. Ну а именинницу с днем рождения. Счастья, улыбок, море улыбок, конечно же. А как у нас любят говорить, океан счастья. شیرین مفاد دخونا پچکونی جوار خزینا زیا کونی خیزه زور بخیالار بیزون هوا سوان هل فرقا وقتون لدیز عمر را لطنی زون فرقا خبر سودلی عشت ولدی فتونی ایر قالف مفرد کنا پچونی جلال خزینا
Siya kuni kide zurbakiyalar Jani shirin Mufat lakuna puchkuni chalar Khazino Siya kuni kide zurbakiyalar Если кто-то не может запомнить адрес программы «Полифония», достаточно на конверте просто написать «Программа «Полифония». Поверьте, наша почта России уже запомнила, где мы находимся, и обязательно до нас дойдут ваши письма. Итак, удачи и процветания вашей программе, это так сбоку. Ну, а начало, как всегда, простое. Здравствуйте, здравствуйте и вам, друзья. Поздравляем нашего отца, Юзбекова Магомеда Юзбековича, с 80-летием. Вот, друзья, видите уже, какие цифры пошли? 80 лет Магомеду Юзбековичу. 19 июля у него этот самый замечательный праздник, день рождения. За многолетний труд бурильщиков в Дагнефте он награжден орденами и почетными грамотами. Мы, дети и внуки, искренне поздравляем и желаем ему здоровья на долгие годы. Жизни подольше, любви, добра и мира. Мы хотим в вашей программе, чтобы прозвучали песни. Ух ты, ну столько, конечно, мы исполнить не сможем, друзья. Вы знаете, у нас есть одна такая традиция. По одной песенке дарить именинникам. С искренними поздравлениями, дети и внуки. Ну что ж, Магомед Юзбекович, позвольте и мне присоединиться ко всем поздравлениям. На самом деле, 80 лет – замечательный возраст, возраст состоявшегося человека, который уже знает, что именно у него получилось в жизни, что у него еще может получиться. А вот то, что пожелали – любви, улыбок и самое-самое главное – здоровье. Вот это, наверное, в первую очередь надо желать всем, у кого день рождения. И вас, Магомед Юзбекович, с днем рождения! Пикру
ուծիկ արավ, դուր զարա շուլբակի նիժը դասաչո, սիկավին սանիլամ աբի գուրոնի, ռոսուստու ետ լոլեպ խիմատ խիսիչո. Халимаб гурони харат раиче, дур акил хиасе хулулевуго, дадасун дунгоги вахиндаради, дидадур гварити بیچون باتی چه دوستان کبازد نکوبا چاراو دودا ته و بگو نکبازد چون این آدیر بطردا دور خیراز طراب Ağurdu yeşaka bu goba hule. Barkala, barkala, khiri avduye. Ой, син сумбатанам, киаго дирваски хвалат левачун, дуре диасух урхунватула, дударе сарасун вижунватани. О кабги кудияб шукру саларо, диемун адинам дирвасазедун, вупунба жарани алхамдулилла, диемун адинам дирвасазедун. Вукумба жарани, алхамдулилла. Дорогие друзья, мы есть и во всех социальных сетях. Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук и так далее. Дайте найти нас очень легко. Достаточно набрать хэштег РГВК-ТВ. Доходите, подписывайтесь, узнавайте все самые последние новости. Come on.
adevăr, sunt al sirtu, surul lupur cu dimașec, sunt al ca cei dulce, ca și șarași. Era tumbar, sunt al sirtu, surul lupur cu dimașec, sunt al ca cei dulce, ca și șarași. Era tala, higu, hira, cum a tânsat, dar ar tu, dar ar dar ar dein, da să șuli, dar e tu.
Еще одно поздравление. Давайте будем узнавать, кто кого и с чем поздравляет. Хочу поздравить дорогую бабушку Клавдию Константиновну. Угу. С днем ее рождения. Пожелать ей долгих лет жизни, счастья, здоровья, удачи и всех-всех хороших благ. Вот что можно пожелать любимой бабушке еще? Даже не знаю. Наверное, улыбок побольше. Радоваться тому, что рядом вот так потомство растет, мужает, как говорится, живет, радуется жизни. Так, всех-всех хороших благ от любимой внучки. Это было поздравление для Клавдии Константиновны. От внучки Ирины. Вот, а день рождения у Клавдии Константиновны 17 июля. Ей исполнилось 66 лет. Видите, как две шестерочки-то вместе сложились? Вот какие у нас бывают красивые цифры. Клавдия Константиновна, с днем рождения вас. Здоровья, удачи, долгих лет жизни. Море вернулось говором чая, песни прибоя рассвет пробуди. Сердце как друга море встречая, сердце как песня летит из груди. О, море, море, это ты встала, и ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дай мне дари. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли.
Завершен очередной выпуск музыкально-поздравительной программы «Полифония». Дорогие друзья, желаю всем хорошего настроения и до встречи через неделю. Всем пока! Папа, день и ночь, небо просишь за меня, годы
доченька моя, и легко на сердце сразу у меня, да, обниму тебя так крепко, поблагодарю за твою любовь, за неземную доброту. Мой отец самый-самый дорогой, мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь небо просишь за меня, Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Самый дорогой, мой отец, просто будь всегда со мной, милый мой папа, день и ночь.